Siamo il futuro e il presente per via di un passato di fame e di sete. Всем привет, с вами Кирилл, вы на канале Кирилл Гей. Мы сегодня у нас будет новое видео. Видео будет чисто разговорное. Сегодня мы посмотрим, что нас ждет в новом модпаке. Я просто выскажу свое мнение, скажу, что мне нравится, что мне не нравится, в принципе. Я думаю, вам это будет интересно, поэтому, пацаны, ставьте лайки и подписывайтесь на канал. До 16 тысяч подписчиков осталось совсем немножко, поэтому, пацаны, кто смотрит меня без подписки, то подпишитесь и, пожалуйста, поставьте лайк. Давайте постараемся на это видео набрать 200 лайков. Я вам буду очень благодарен. Также, пацаны, не забывайте, что я играю на первом сервере Азин Холи Плей. Мой ник, мой промокод, все будет в описании. Вводите мой промокод, на 5 уровне получаете 50 тысяч, на 10 уровне получаете 100 тысяч. Если что, мой промокод можно вводить на любом сервере Азин Холи Плей. Итак, давайте приступим к обзору, получается, будущего модпака. У меня есть несколько скриншотов, получается, сегодня мы их посмотрим. Эти скриншоты я брал с группы разработчиков. Ну что ж, вот у нас получается первый скриншот, это у нас получается фура Mercedes Actros какой-то, или Actros, я точно не вижу, давайте я увеличу, мы посмотрим. Actros называется данная фура, на что ее заменят, пацаны, я точно не знаю, могу просто предположить. Я думаю, эту фуру заменят вместо Scania, как бы очень похожая база, и скорее всего так оно и будет. То есть, получается, вместо Scania будет, получается, вот этот Mercedes. Но, пацаны, это не точная информация, это просто мои предположения. Что я могу сказать по данной фуре? Она очень красивая, довольно-таки вроде бы неплохая моделька. Будут, кстати, походу новые прицепы, потому что, видите, таких прицепов как бы сейчас на серваке нету. И, скорее всего, будут новые прицепы. Очень неплохо выглядит, но мне, честно говоря, Magnum больше нравится. Возможно, из-за того, что я просто к нему привык там и так далее. Но внешне мне почему-то Magnum нравится больше. Но я считаю, если добавить это Mercedes вместо ткани, это будет довольно-таки неплохо. Переходим ко второму скриншоту. Здесь у нас уже две машины, пацаны. Это Volvo. Какая точно, я вам сказать не могу. И Lexus, получается. Volvo у нас, ее не было никогда на серваке. Это у нас, получается, кроссовер. Довольно-таки симпатичный. Конечно, мы его не можем нормально рассмотреть, потому что, как бы, замыленная фотка именно Volvo. Но Lexus хорошо видно. У нас еще до этого был этот Lexus. У меня, помню, он был даже. Я не знаю, есть ли смысл добавлять еще один раз. Типа, потому что он уже был на проекте. Он уже был в модпаке. И зачем добавлять еще раз ту же самую машину? Возможно, это рестайлинг, я просто не шарю в Лексусах, поэтому ничего вам сказать не могу. Давайте увеличим фотографию. Вот такой вот Lexus, пацаны. Ну, он довольно-таки симпатичный, ничего против его не имею. Но просто такой же Lexus у нас был недавно в модпаке, и зачем его добавлять второй раз, я не понимаю. Переходим, получается, к третьему скриншоту. На третьем скриншоте у нас получается BMW M5 E60 в каком-то очень крутом обвесе. Я, честно сказать, не могу, это колхоз или нет, как бы, ну, выглядит неплохо. Диски стоят стоковые, которые есть сейчас на BMW M5 E60. Мне вот интересно, она будет именно вот такой вот моделькой, либо можно будет на нее обвес поставить. Вот это, на самом деле, очень важно. Если вы покупаете вот основе сначала стоковую BMW M5 E60, потом едете в тюнинг и ставите на нее обвес, это будет очень даже круто. Очень огромный такой выхлоп двухствольный. Но я, пацаны, фанат BMW 5.60, поэтому для меня эта машина очень классная. Я хотел бы ее поскорее увидеть на проекте. Итак, переходим к следующему скриншоту. Здесь у нас получается Бентайга. Бентли Бентайга, по-моему, так она называется. Честно, мне эта машина вообще не нравится. Просто абсолютно не нравится. Хорошая марка, но мне, например, Бентли Continental GT старая больше нравится, чем новая, там и так далее. Я нормально отношусь к Бентли, но именно вот эта Бентли, получается, Бентайга, мне вообще не нравится. Ну, еще мы видим на заднем фоне, получается, Audi Q7. Вот Audi Q7, пацаны, это реально топчик. Вот мне лично больше Audi Q7 нравится, чем Бентайга, получается. Напишите в комментариях, что вам больше нравится. Бентли вот это, либо Ауди. Мне больше нравится Ауди. Это тем более Ауди Q7. По-моему, это рестайлинг, получается. Либо новая модель, я точно не помню. Вот она реально симпатичная. Ее бы я хотел тоже увидеть поскорее на проекте. Итак, переходим плавно к следующему скриншоту. Это у нас получается гелик, гелик Брабус. Вот спорный такой момент, потому что вот какой гелик сейчас на проекте, мне он очень нравится, он реально топовый, и я бы не хотел, чтобы его изменяли. Возможно, ходят слухи, мне так говорили, что возможно будет, получается, два гелика. То, что сейчас, и вот этот. Но было бы реально, пацаны, круто тоже реализовать как-то так, чтобы вы покупаете гелик, который сейчас на проекте, потом едете в СТО, и вы можете его переделать под Брабус. Это было
было бы реально тоже очень круто. Но, к сожалению, в КРМП таких возможностей пока что нету. Возможно, на 037 будут такие возможности. Но я знаю, в МТА так можно делать. И было бы круто, если бы сделали так на Мазинке. Мне кажется, многие бы это оценили. Что могу сказать? Ну, здесь толком ничего не видно. Видно только жопу белого гелика и вперед черного гелика. Давайте поближе посмотрим вперед черного гелика. Ну, я не знаю, как бы нейтрально отношусь к Брабусу. Брабус, типа, это крутые у них всегда обвесы там и так далее. Я не знаю, как это будет смотреться уже, когда добавят новый модпак. Мне гелик, который сейчас, тоже очень нравится. Но если добавят этот гелик вместо того гелика, что сейчас, в принципе, ну, я думаю, в этом тоже ничего плохого нет. Брабус прям не очень мне нравится, в принципе, но я не могу сказать, что он плохо тоже выглядит. Довольно-таки симпатичная машина. Ну что ж, пацаны, следующий скриншот, это у нас получается две машины, две бэхи. BMW M6 и BMW M5 E39. Честно, к M6 я отношусь как бы нейтрально, мне эта машина прям не очень нравится. Ну и по сути она мне вообще не нравится, как бы, ну, симпатичная машина, но к M6 никогда у меня душа не легла. А вот к M-кам, к M5 именно, у меня всегда душа легла. Конечно, ее плохо здесь видно, как бы, ну вот, BMW M6, в принципе, симпатичная машина, хорошая оптика вроде бы как. Черная крыша у нас получается, тоже прикольно смотрится. И вот там видно, впереди нее стоит BMW M5 E39. Вот это реально культовая тачка, просто легендарная. Вот мне нравится BMW M5 E39, BMW M5 E60. BMW M5 F90, пацаны, мне не нравится. Мне больше нравится E60. E60 это мой самый любимый кузов среди BMW M5. Ну и последний, пацаны, скриншот, он никак не относится, по сути, к модпаку, просто его недавно выложили. В чем здесь вообще прикол? Как видите, есть два фото. Снизу маленькие колеса, сверху большие. То есть они оптимизируют колеса под каждую машину. Потому что сейчас на Амазинге, как бы, вот у меня тоже есть BMW M5 F90, вот такая вот. И на ней эти диски вот такие вот маленькие, как снизу. Они сделают нормальные диски, чтобы были, и нормальный развал. Это реально очень круто, потому что этого очень не хватает. Ты покупаешь тачку, и ты хочешь, знаете, выделяться. Ты приезжаешь в СТО, ставишь диски, они маленькие. И с маленькими дисками ездить это очень плохо, как по мне. Это некрасиво, поэтому реально красавчики то, что оптимизируют диски под каждую машину. Ну что ж, пацаны, вот такое вот получилось видео. Надеюсь, оно вам понравилось. Я старался вам максимально понятно все объяснять. Высказал чистое свое мнение по будущему модпаку. Скорее всего, этот модпак выйдет вместе, получается, с глобальным обновлением. Я так считаю, потому что будет круто, если они выпустят ГО и вместе с ним выпустят новый модпак с новыми машинами там и так далее. Также, пацаны, подписывайтесь на мой второй канал, потому что на моем основном канале, где вы смотрите это видео, у меня страйк. И поэтому я 3 месяца не могу делать стримы. Поэтому, чтобы не оставлять вас без стримов, я создал второй канал, можете на него подписываться, я уже провел здесь 2 стрима, поэтому, пацаны, ссылочка будет в описании, подписывайтесь на второй канал, подписывайтесь на основной канал, где вы смотрите это видео, если вы не подписаны. Всем хорошего, желаю окончания лета, потому что лето уже, пацаны, заканчивается, это довольно-таки грустно, как-то 2 месяца быстро пролетело, но, надеюсь, выйдет глобальное обновление, выйдет модпак, и Амазинг нас порадует. Все, пацаны, всем пока-пока.